Что мы ищем в этом странном месте? Карту саркофага. Что ты хочешь узнать? Для начала все, что касается исследований, проводимых Зиновским. Уж больно часто я слышу эту фамилию в последнее время. Это очень запутанная история. Профессор Зиновский продолжил изучение терраэнергии, из которой состоит аномалия. Не хочу вдаваться в подробности. Скажу лишь, что с помощью новых технологий, так называемых вакуумных палат, удалось нейтрализовать вещество и создать элементы, которые способны сохранять стабильную молекулярную решетку, находясь внутри. Это и есть ключи? По сути, ключ один. Остальные же 5 предметов служат лишь для активации. Что это за ключ? Родан, как бы тебе объяснить? Это органический предмет, если можно так выразиться. Чего-то ты не договариваешь, Елена. Тебе нужно встретиться со слепыми оракулами. Они знают все ответы. Я считал, что слепые – выдумка. Вовсе нет. Хотят этого не легче. Зиновский держит их в одной из вакуумных палат. В самой большой из существующих установок. И эти ключи действительно способны закрыть дыру? Теоретически, да. Какое отношение имею я к этой истории? Кроме тебя, Родан, нет человека, который смог бы лучше справиться с миссией. У тебя повышенная способность к регенерации, хорошая реакция, и ты очень выносливый. Елена, скажи мне, кто я? Нам нужно идти. Слишком мало времени.
Ugh!
Наша исследовательская группа занималась изучением изменений саркофага. Железобетонные стены строения, построенного еще во времена возникновения аномалии. Доктор физических наук, профессор Квасневский. Уважаемый Сергей Петрович, строительство второго административного блока, где по проекту должны будут находиться физико-технические... Расскажи мне подробнее о саркофаге. Саркофагом называют огромный железобетонный комплекс, который был построен вокруг аномалии в целях безопасности. В то время еще не знали, что представляла собой дыра. Среди ученых ходило много гипотез, но ни одна из них не подкреплялась фактами. Аномалию невозможно было изучать из-за отсутствия надлежащих технологий. Но саркофаг был построен отчасти для того, чтобы скрыть от общественности горькую правду о неудачах, отчасти... чтобы создать видимость какой-нибудь деятельности. После вспышки строение очень изменилось. Бетон приобрел странные пластические свойства. В некоторых местах он попросту расплавился, превратившись в бесформенную массу. К счастью, вакуумные палаты были изобретены еще до вспышки, поэтому нам удалось взять образец вещества и заняться его изучением в более безопасном месте. Что такое вакуумные палаты? Это оборудованные специальной аппаратурой огромное помещение с пониженной гравитацией. Первая такая установка примыкала непосредственно к аномалии. С помощью разработанной Зиновским технологии членения энергопотоков и селекционных полей удалось отделить небольшую часть субстанции дыры. Позже эти помещения использовались для транспортировки серого вещества, а также для воздействия на него различными видами энергии. Ты сказала, что слепых оракулов держат в одной из вакуумных палат. Где находится это место? В резервном исследовательском комплексе. Но там сейчас Зиновский. И очень много элитной охраны. Думаю, туда соваться не стоит. Слушаю тебя. Ты можешь подробнее рассказать о слепых оракулах? На свалке ходят о них легенды, но я как-то мало верю в подобный бред. Маленькая слепая девочка и калека в инвалидной коляске. Единственные, оставшиеся в живых после вспышки. Мы пока не в силах объяснить этот феномен. Живые организмы раньше просто распадались на атомы при воздействии на них тероэнергии. Но эта пара – исключение. Калека был найден в одной из квартир на четвертом этаже девятиэтажного панельного дома. А девочка пришла к нам сама. Вернее, она пришла к калеке. Она сказала, что искала именно его. Эта странная парочка ослепла вследствие вспышки. Но других физиологических отклонений у них первоначально замечено не было. Сенсацией стало открытие некоего вещества – батурина в клеточной основе их ткани,
благодаря которому им якобы удалось остаться в живых. После тщательно проведенных исследований выяснилось, что процесс старения клеток практически остановился у слепых. Некоторые их органы, такие как печень, сердце и легкие, со временем деформировались, а желудок так тот попросту исчез. Вначале мы были потрясены такими глобальными изменениями за достаточно короткий срок. Но каким же было наше удивление, когда оказалось, что подопытные вполне адаптировались к окружающей среде и чувствовали себя прекрасно. Слепые – одна из величайших загадок нашего времени. И сколько бы я ни рассказывала о них, этого будет недостаточно для понимания сути. Для того, чтобы понять, кто они, их нужно тебе услышать, Родан. Поверь мне, рассказывают они очень странные вещи. Интересно было бы с ними повидаться.
Елена, где тебя носит? Анатолий Николаевич, как вы и просили, я отправилась за образцами в сектор Б4 с группой Альфа-12. Группа, Елена, уже давно вернулась на базу. Ты должна быть на своем рабочем месте. Ты нужна мне здесь. Извините, я отбилась от группы. У меня очень ценные образцы. Какие к черту образцы? Самостоятельно шляться по свалке. Ты научный сотрудник, и твое место здесь, в лабораториях. Возвращайся немедленно. Я скоро буду. А что мне делать с этим? Все ключи должны быть у тебя, Родан, и карта тоже. Если Дырявому удастся вернуться из атома с ключом, останется только один артефакт. Как ты думаешь, кто выдал ваше место сходки? Кто? Толстяк в зеленом сюртуке. Зеленый, что ли? Вот ублюдок. Если я не ошибаюсь, он сейчас держит железнодорожный вокзал и давно работает с Зиновским.
У него есть ключ-разлом. Ты должен раздобыть его. Хорошо, Елена. Я добуду его. Мне нужно спешить. Елена, я у железнодорожного вокзала. На теплый прием не рассчитываю. Да здесь таких приемов и не бывает. И все же мне интересно, чем же Зиновский купил этого толстяка? А чем же еще можно купить человека на свалке? Конечно же, свободой. Каждый хочет выбраться отсюда на большую землю. Но стены периметра непрошибаемые. И пока объявлен карантин, шансы у зараженных нулевые. Зеленый нужен ему, потому что имеет разлом. После того, как Зиновский получит ключ, он забудет о своих обещаниях. Все эти люди являются живыми свидетелями его преступлений, и он скорее выпустит в воздух еще десяток Б-13, лишь бы избавиться от них. Думаю, разлома ему не видать, как собственных ушей.